И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Final Fantasy 15. Прекрасное утро. И Дэйв, на самом деле, про которого я что-то совершенно забыла стоять. Мы же должны ему отдать жетон. Что-то я совсем забыла реально про него. В общем, сейчас это сделаем и двинем, наверное, к какому-нибудь подземелью очередному, где нас не было. У меня почему-то такое ощущение, что мы везде были, хотя это не так. Что-то вот сейчас вспоминается и что-то как-то да. Ну? Дяденька. Алло, господи. Аригато. Мочинуши датта хантар мо ёрокондэ иру то умую. Замечательно. Мне вот волнует вопрос, где моя ботаничка? Биологичка, точнее. Мегалексир, хорошо. Еще что-нибудь? Хантар жимото мо хиюкете курете иру гай? Видимо, нет. Лапа прочь. Кошка что-то с ума сходит. Вот только что, блин, она зашла в комнату, уже ей надо выйти. Как меня это бесит, кто бы знал, господи, кошатники, наверное, поймут. Угу. Ну еще что-нибудь скажи. Я тебя внимательно слушаю. Вот когда я с ней разговариваю... Молчит. А что она со мной разговаривает? Почему этот человек обращает на меня внимание? Он не должен. Он должен открыть мне дверь, положить мне поесть и убрать за мной в туалете. Неважно. Так, женщина. У меня, чувствую, скоро с такими темпами... Ты издеваешься надо мной? В общем, чувствую, такими темпами у меня скоро все закончится, поэтому можно прям все. Ну, так, чтобы было. 8 тысяч. Mm-hmm. Ой, слушай, подожди. Как с ней вот жить? Под одной крышей. Так, сила X. Не знаю, вот хоть бы писали, насколько увеличивать, да? Вот я что, знаю, что ли, нет? Давайте парочку-то возьмем. Сильная защита тоже пригодится, я думаю. Против каких-нибудь... Знаете, мне нравится, когда на нее не обращаешь внимания, все громче и громче, все напористее, а потом она начинает драть что-нибудь, чтобы ее точно заметили. Хорошо. Слушай, подожди, а у меня обычные зелья есть? Есть, в принципе. Почему я, кстати, ими не лечусь, а? Уже что-то отвыкла. Когда у меня, в принципе, мало здоровья, зачем я использую эти мега-зелья вместо обычных зелий? Это же без толку, незачем. Так, метки на карте. Слушайте, а вот вопрос. Почему вот в этих руинах я так и не нашла? Вообще в них было оружие какое-нибудь? Вообще, вроде мы там бегали, если бы было, мы бы нашли, да? Тут мы находили, в принципе. Тут мы тоже находили. А, точно, я хотела эти имперские базы проверить еще, чтобы до кучи прям вообще замечательно все было. Точно ж. Да-да-да, конечно. Да. Так, это что? Подожди. А, вой, Фосио. Может быть, туда еще съездить? Хотя лучше это за кадром, конечно. Чего-то явно не хватает, да? Жопа маленькая. Дого не каэнда? Отеру? Нанджакка! Поехали обратно играть в видеоигры. В общем, что-то решила точку одну проверить, потому что она какая-то подозрительная. Не знаю, насколько вообще... Мои подозрения выгорят. Просто, знаете, такой какая-то горная тропа, которая Здрасте. Заканчивается сокровищем. Это пипец. Да, блин, только что было же, господи, сколько можно. И вот не знаю, мне почему-то ощущение, что там вполне может быть какая-нибудь тропка, ведущая к какой-нибудь пещерке, какому-нибудь данжу. Это что там такое пролетело? А, не зря зашли. Вот, не это самое. Не просто так мои подозрения тут. Ты есть где? Я тебя только что видела. Я тебя слышу, но не вижу. А, он улетел. А, он вернулся.
Это грифончик номер два. Это точно. Иди сюда. Ну иди сюда. Да упади ты, господи, уже куда-нибудь. По крыльям тебе, по крыльям, гады. Хотя ты не виноват, конечно, что ты есть в этом мире. Так, нужно его как-то положить, вот в чем дело. Надо было в крыло стрелять, ладно. А он же лег, да чтоб тебя, я только хотела. Ну, в принципе, ладно. Урон проходит, и хорошо, стреляй еще раз. Давай, давай, ой, ты что, твою маху. Маху, твою маху. Забавно. Ну? Так. Тихо. Бьем, 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 давайте. Давай, Гладио, накопи там свою атаку, пожалуйста, пока оно лежит, господи. Спасибо. Давай быстрее. О, бедная птица, господи. Это не совсем птица, это млекопитающие. Да ладно, я же нажала, ну вспомнишь. Где-то есть, господи. Лицо тебе мечом. Давай. Не, красивый, конечно, красивый, да? Не полетать тебе чувство сегодня. Больше. Может быть. Ну, прикольно, конечно. Только это самое. Подозрительно как-то, что он тут сидит. Обычно там, где убербосс, обязательно что-нибудь рядом интересное. Они же... Ну, не просто так. Сидят там где-то в отдаленной части локации. Просто серьезно, вот смотрите, вот по карте, да? Смотрите, вот такая вот тропка, тропка и заканчивается сокровищем. Ну, палево. Не верю, что там просто тупо будет сокровище в конце этой тропы и все. Еще и дорожка специальная. М-м-м. Там точно либо подземелье, либо что-нибудь такое. Надо это проверить. О, дух исследований. Где ж ты был? А, здесь была эта хренотня. Ну тогда ладно. Ну, в принципе, идея моя вполне себе рабочая оказалась. Потому что здесь просто так ничего не может быть. Мегафеникс, хорошо. Все-таки меня волнует вопрос, как вызвать этого самого Титана. Потому что здесь ничего нет. Здесь, в принципе, тоже ничего не вызвать. Титан как-то вообще ни разу еще не появился. Может, это не время, не знаю, для него. Хотя это странно. Может, это от местности реально зависит. Но пока что только Ифрит был. Ой, Ифрит, господи, почему Ифрит? Рамух. Это странно. Причем просто на геймплейных роликах было отчетно видно, что там призывали люди Титана. Как они это делали? Надо, кстати, посмотреть. Надо посмотреть, как они это делали. Потому что, ну, как-то странненько. Рамух как бы сам решает, когда он там может, а... Короче, какая-то жопа непонятная, потому что мне никак не сказали, как призывать Титана. Мне просто сказали, вы получили там знак, то, что Титан взяли из-под земли, вылезли. Титан вас типа одобряет. Ну, как бы спасибо, что одобряете. Вот тебе и радуга прям-то. В общем, Титан, да, одобряет, зашибись. И все, и на этом все закончилось. Вы получили знак. Ну, спасибо, я получила знак. Я молодец. Может, это вообще аксессуар был, слушай.
Вообще тупо, конечно, было бы. Да умри ты, господи же. Так. Вот это что у нас такое? О, кстати, надо сейчас забабахать-то этот третий аксессуар. Подожди. Ща мы ся-ся-ся бабахаем, сейчас третий аксессуар будет. Так, а где это было-то? Характеристики путешествия, режим ожидания. Где вот это было? За долгие поездки, опыт, нахрен он. Командные действия, бой, приемы. Где это было? Может, в бою? Нет. Командные действия вряд ли тоже. Три аксессуара, во. Замечательно. Можем мне только. Хотя, кстати, увеличивает ОЗ каждого участника отряда на 10-кратное количество набранных уровней. Эффекты с... На 10-кратное. То есть, если у нас 4000 опыта... Ой, это еще опыта здоровья. Слушай. Может, лучше это взять? Черт с ним, с третьим аксессуаром. Просто это-то на всех. АЗ каждого участника отряда на 10-кратное количество набранных уровней. А, вот, набранных уровней, господи. Ну, хорошо, даже... Ну, слушай, тоже неплохо. Не знаю. Ну, в принципе, у меня, кстати, 403 можно было бы взять и потом уже кое-как наковырять на этот аксессуар. Я думаю, в принципе, вполне можно. Ну и, в общем-то, да, смотри. Замечательно. Чудесно. Так. О чем бишь я? Куда идти? Что делать? Вообще, конечно, я хотела бы с фортами разобраться. Вообще, кстати, они вроде как активируются, ну, то есть, не сразу. Ну, то есть, нужно где-то то ли проехать специально, то ли еще что-то сделать, чтобы они заметили, как эта башня-крепость, точнее, корабль-крепость летит. И тогда они, ууу, смотри, они прилетели, активировали. И тогда уже я могу туда сходить. То есть, грубо говоря, сейчас нужно мимо покататься чуть-чуть. Ну, в принципе, мне все равно нужно проверить эти самые канатную дорогу и точку, где останавливаются вагонетки. Точнее, не вагонетки, а эти, как их называют? Только что было в мозгу. Как они, господи. Вы поняли, в общем, о чем я. Поэтому вполне, где они там, уроды-самоубийцы? Ой, к черту их. Честное слово, надоели. И Мидгарда мира, и Мидгарда что-то там. Надо бы тоже проверить. В общем, да. Слушайте, я совсем забыла. Здесь же совсем рядышком задание Таки. О, черт, штучка. Вот, блин. А, и здесь Котоблепаса нам нужно будет заварить. И тут огромную жирафа-свинью, вот эту вот, которая в озере тусовалась. Мы сейчас возьмем задание и пойдем на озеро мочить Котоблепаса. Это будет эпично. Не представляю, как мы это делать будем, конечно. Может, он как-то сам на нас среагирует. Да, но... Ноду кавайта. Эш, ятте козе. Мудазыкай сырнаё. Ой, прям трата денег. Кошмар. Надо ещё с биологичкой разобраться, куда она делась, чёрт возьми. Так, сперва сюда сейчас залетим. Может, я здесь что-то упустила? Какую-нибудь сумку для фотографий, да нажми эту кнопку. Гоночные полоски, да были же они. А, смотри, чёрненькая. Да ну её нахрен. Это мне, в принципе, не нужно. Ну вот ничего тут нет, ты понимаешь? Тут, ну? Сумки нет. Камеры нет. Жопа. Так. Быстрее мочить Котоблепаса, господи. Здрасте. Угу. Чё у вас тут в окрестностях? Понятно.
О, спиророги. Слушай, с них должно выпасть, ну, по идее. Ну, давайте сперва его. Текущая охота будет прервана. Твою бать, а какая была? Я забыла что-то. А почему, кстати, мне ее не сдали? Вот вопрос. Обычно как-то... А, потому что я ее не сделала. Я, видимо, отметила, но не сделала. Все понятно. Значит, не страшно. Так, ну, в принципе, да, вот они, болото. Точнее, вот они. Вот они, болото. Так, ну, в принципе, мы не так далеко. Можно было бы даже на Чуку куда-то доехать. Почему нет? Так, это что за грызок локации? Контрольная точка ориентировки. А, наслаждайтесь жгучим ароматом. Так, идите сюда, где пустынная дорога уходит в темноту, и свет озаряет конец пути. Шахты, что ли? Сока. Душа, Игнис. Атараси, респи, умой цитазо. Чуй ты. Коля, там уж вида, на. Похоже на шахты, да, на описание? Пустыня уходит в темноту. Где еще такое есть? Так, ладненько. Так, 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 так. Вот тут, я думаю, спрыгнуть. Вон он, мой хороший. Сейчас мочил его будет. Да что ж ты делать-то будешь? Так. Ой, эти жирненькие опять ходят. Надо, кстати, посмотреть, сколько с них опыта падает, чтобы просто как-то это самое... Имейте в виду. Как-то не показывает. Может, он сам выползет наружу? Слушайте, отвалите. Не до вас. Вообще. Что за домик? О, реально выполз, смотри. О-хо-хо. Шикарно. Да чтоб их. Вот они умеют, вот вовремя всегда, да? Насколько близко они подплывут? Сколько их будет уродов таких? Ну-ну, давайте, давайте. Просто, чтобы они точно не мешали. Ой, ёперный. 46-й ты упал, что ли? Кстати, а вот этот гигантский патриарх мне только один раз выпал, который 70 там какого-то уровня был. Больше не выпадал. Чуть отвалилось от него. Давай. Минус нога. Или вообще минус все. Все. Минус весь робот, короче. Ах ты ж твою машину. Зачем так больно-то? Я надеюсь, они еще раз выкинут этого 76-го, 72-го или какого он там, 73-го, может даже уровня-то чувачка, роботика. Так, Чокобо, где ты есть? Я просто хочу, чтобы он в бою поучаствовал, но... Ладно, может быть, не против этой штуки. Ой, смотри. У меня аж геймпад чуть-чуть дрожит. Когда он что-то там ворочаться начинает. Это да. Так, ну я отсюда толком ничего не могу сделать. Придется как-то. Ну-ка, 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 лицо. Рылка. О, пошел процесс с кинжальчиками. Понятненько. Давай, давай. Давай. Двуручка, кстати, не очень входит. Хочу заметить. А, господи, что-то я отвлеклась. Не надо так. Да ладно, я нажала. Хотя нет, нет, я не успела. Может, подрубать ему ноги? Так, не могу понять, какое ощущение, то, что вот их удары как-то фиолетовый урон. А что музыка-то такая тихая? А вот мой нормальный урон наносит. Ну-ка, подожди. Нет, это фиолетовое. Это прям точно. Нет, подожди, давай морду. Морду! Морду, говорю, давай. А чё музыка такая тихая вдруг стала? Давай.
Да не в ногу, а в лицо. Я ж туда и целюсь обычно. Что ж ты делаешь-то? Прилег. Ой, ты же мой хороший. Так, куда-нибудь. Я же понимаю. А что музыка-то такая тихая сейчас? Вон, стоит. Слушай, а что если... Ни хрена не вижу. Что если я шибану магией? Насколько ему больно будет? Тихо. Фу ты, господи. Ему вроде тоже вошло, да? Я надеюсь. Только я не заметила, насколько сильно, если честно. Ладно. Где-то есть. Не, по-моему, все-таки фиолетовый урон, да? Так, хорошо, что на тебе делается? Отчего тебе больно? Мне кажется, тебя очень жалко и все такое. Может, кстати, копье? О, копье! Твою бать, больно. Кстати, Игнис. Давай. Так, себе. Так, давай. Стреляй. Надо было в ногу. А, он и стрельнул в ногу. Хорошо, замечательно. Так, давай вот. Ой, не туда! Вот в последний момент переключилась. Что ты делать будешь? Слушай, он все равно стреляет сюда. Как-то странно это работает у тебя промто. Но не то, чтобы я тебя осуждала. Стреляй уж куда-нибудь. Под сракой стоять чуть не весело. Вдруг он в порыве ужаса наложит на меня. Ладно, черный юмор не самый лучший. Черт, гребаный остались. Да ладно, да что ж ты делаешь? Я же нажимаю, вот там же точка была, ну. Да твою мать. Тут же была только что точка для телепорта, ну. Ну? Блин, ну вот так... Он еще фуфыркает, смотри, на меня своими ноздрями. Да господи, где-то тут... Да господи, почему, когда я вижу их, они тут же пропадают? Вот, пожалуйста. Отдыхаем. Что ж не попасть в тебя никак? Что ж ты шевелишься-то, а? Когда тебя убивают. Так, чем-то надо жахнуть. Стрельнуть бы на... Слушай, а давай-ка попробуем уронить, может получится. Да, слушай. Нету, да? А, все? А, ну. Ну ладно. Ну это было прикольно. Люблю, знаете, когда нужно, как сказать, в воздухе драться, то есть какую-то точку одну выбираешь и прям в воздухе постоянно чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Будь здоров. Это прям прикольно. Хорошо. Замечательно. Так, возвращаемся. В принципе, у нас есть что передать Таки. Черт, вот что-то все-таки с этой биологичкой. Что-то не так. Что опять, гады? Ну и кого вы на этот раз на меня высадите? Просто интересно даже. Одни и те же надоели уж. Давайте что-нибудь поинтереснее. Ветер такой сильный. Представляю, как они могут простудиться. Еще мокрые все после этого дождя. О, армия. Мини-армия. Давно таких, кстати, не было. Смотри, ломанулся прям в бой. Темнеет, кстати. Чё ты орёшь-то? Лучше помогай. Чем орать? Слушай, а чё с музыкой стало? Чё она такая тихая? И сдохни уже, господи. Да что? Где вы есть-то, господи? Минус.
Ай, попал, поймал. Сволочь. Отпусти меня. Ой, пардон. Я в походках выбраться. Сейчас будет возможность давать. На тебя. Об землю головой. Ну-ка, успокойся. Что это были за танцы такие? Вайн хоть делай. Хотя нет, почему вайн? Как эти штуки-то называются? Такие коротенькие. Вроде вайн же, да? Господи. Я старушка, ничего не смыслю в молодежи и в их приколах. Старая я для этого дерьма. Где моя курица ходячая? Там была блестяшка. Черт. Где-то есть. Музлу, вернись, и все прощу. Ой, что-то не везет мне сегодня. Надо потише говорить, и тогда все будет. Ой, что это было? Вперед! Погодка что-то как-то не очень. И где, кстати, вот эти удлиненные ночи? Может, это потом будет, после какого-нибудь сюжетного перелома того же Левиафана? Черт-то знает. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Что с вами? Да я представляю. Уа-уа-уа. Чё у нас тут? Пускай будет оракульная фигня. Черт. Вот для чего нужен этот долбанный строительный камень? Чё это там синеньким такой сверкает? Вот прямо напротив, да? По ту сторону. А, это вот эта штука, наверное, да? Ну да. Окей. Так, как бы тут забраться так? Ни хрена не вижу, если честно. Тут будет вообще такая возможность? Может, я уже профукала подъем? Немножко расстраивает, конечно, что Чукуба не долетает доверху, хотя вот тут вроде сможет. Ну-ка давай. А, вот лесенка, отлично. Уи! Все, быстрее! Сдать задание. Садимся. Ой, слушай, ты мне кого-то напоминаешь, ну-ка подожди. Ну-ка стой. Женщина. Что-то она мне кого-то напоминает тоже из какой-то японской игры, но не JRPG. И, не, она мне Рэфью напомнила, точно, из Final Fantasy 3. Ах, хорошо. Ты видел, кого мы валим обычно? Шестой, кстати, ранг, отлично. Офицер. Ну, дык. Золотой наруч. Бесполезная хрень. Так, ладно. Что у тебя еще? Открылось что-нибудь для мега... Ну, это же эти, да. Как адресы. Надо, но мне нет. Если только за кадром. Вот с пиророгов я бы завалила. Но опять же, наверное, за кадром. Гарула Грулеса. Вот я даже догадываюсь, где мы их будем ловить. Давайте пока не будем их трогать. Я даже отмечать, наверное, не буду. Чтобы не это самое... Так, машинка моя. Поехали к Таке. Отдадим ему катаблепоский окорок. Или что он там хотел? Автоматический режим. Не-не, давай метки на карте. А куда я там в автоматическом режиме ехала? А, нет, подожди. Я, по-моему, сюда и ехала. Куда там дальше-то? Так, все, поехали к Таке. Переместиться, да. Что-то странно. Надо, кстати, подсчитать количество данжей и количество найденных нами орудий убийства, чтобы сравнить, во всех ли мы данжах уже побывали или нет. Потому что у меня, честно говоря, такое ощущение, то, что нет. Но при этом я на каждый данж смотрю и смотрю то, что там есть оружие, которое можно получить. ХЗ вообще. Просто такими темпами мы реально вернемся к сюжету, потому что, в принципе, здесь остались охоты, которые я могу сделать за кадром. Можно было бы, кстати, ради любопытства, если там дадут, кстати, сейчас посмотреть, вот так и надо посмотреть, дадут ли охоту на адамантайз, потому что я, честно говоря, не помню. То есть то, что она есть, я помню, а вот можно ли ее взять, по-моему, кстати, можно было. Мне просто интересно, завалю ли я его, он все-таки 99-го, блин, уровня. Мне кажется, если завалю, то потратив все вообще, ах, я же уже 60 там какого-то, да, 66-го. Но все равно многовато как-то. Мне кажется, мне придется через каждые два удара его тратить до хрена аптечек, лечилок и вообще всякого. Короче, надо подумать. Да. Что такое мрачное музло-то сейчас началось?
Мне все-таки кажется, что лучше хотя бы быть 80 уровня, чтобы его начать валить. Завалить ты его наверняка можно где-то начиная с 50, в принципе, если потратить овер дофига лечилок, но... Чтобы потом все деньги просрать на лечилке? Зачем? Зачем это надо? Так, задание. Задание, говорю. Да. Муттеките курета ка? Анта, нику нара куэру на? Куэр ё. Яш. Точу кара Сидо-сан тою йори. Да мы это уже давно поняли, слушай, я вообще думала все задания от тебя, кроме первого. Я так понимаю, это его финальное задание. Закажите его обязательно. Хитрый какой, да? Поистине роскошное мясо, замечательно. Так, а что-нибудь у тебя еще-то будет, или это все, финаль-финаль? Ща кто-то чую... Нет, смотри, я думала, сейчас рецепты капнут. Ну так и нет, смотри, заданий больше нет у него, да? Ну что, логично, в принципе. Ну давай! Так, что у него там появилось? Вот оно, да? 2600, охренеть. Позволяет бегать, не расходуя выносливость. Сочный гигантостейк. Фью, чили вот этот как раз таки. Конкарные. Давайте, кстати, полопаем его. А то... Ни разу его, по-моему, не ели. Я не помню. Или ели, но я забыла. Кита. А, Ноктис его любит, получается, да? Понятненько. Нокт у нас любит картошку фри, что-то остренькое и рыбу. Так, да, вот он. В принципе... 50 тысяч килл. Ну, блин, мне кажется, его очень долго ковырять буду. А вот бегемотика я бы завалила, кстати. Кикатрихские руины. Я даже знаю, где это. Я даже помню, где это. Давайте. Подожди, а какое там время суток? Прости меня, пожалуйста. В любое время. А в любое время. Хорошо, замечательно. Вот если бы был бы день, было бы печально. Ну это для тебя, да, конечно. Так, да, вот они, эти руины, где мы получили свое второе оружие. Хотя, казалось бы, да, вот странно. Мы в этих подземельях были, помните, мы сперва вот здесь вот получили оружие, потом пришли сюда. А, не, мы здесь не получали оружие, мы пришли сюда просто повалить ребят. Вон оно что. Что-то мне почему-то казалось, что мы тут оружие тоже получали. Хотя... Просто помните, мы получили одно оружие, и нам сразу сказали, а рядом второе. И может... По-моему, мы получали его, но почему-то не отмечено. Может, я что-то пропустила в этой жизни? Черт-то знает. Ладно, разберемся. Все равно рядом будем. Можно будет туда зайти, может, там босс какой-нибудь обновился. Пока что просто скатаемся заправиться. Нет, господи. Автоматический режим, пожалуйста, вот сюда идти. А, сперва сюда, а потом да тут пёхать. Ах. Печаль, беда, конечно. Ай, я совсем забыла, как это работает, господи. Вот сюда. Да. Не хочу ехать, хочу доехать так. Не хочу ехать, хочу доехать так. Что? Вы поняли. Ну, в принципе, реально, если сейчас я за кадром пройду по охотам и пойму, что во всех, в принципе, подземельях вот этих мы были, и их что-то пока никак не открыть, скорее всего, мы вернемся к сюжету. С риском, конечно, для того, чтобы... Вообще, вроде написали мне то, что, в принципе, можно вернуться, и задания вроде как появляются, но все равно, знаете, страшновато как-то. Вообще, теоретически, если мыслить, да, ну, не могут они отправить, и что после Альтисии перестанут появляться побочки. С другой стороны, написано же было то, что... Прошлое не меняется. Я вот не очень поняла вот этот прикол. Прошлое не изменить. Тем временем мы активно его очень даже и меняем. Хотя, скорее, даже не меняем, а дополняем, возможно. Имеется в виду это. Как уютненько у вас тут. Может быть, не изменить уже пройденные задания в этом плане. Ну, блин, это и так, по-моему, понятно было, не?
кулинарной хроники Орика. Запись 3. Новые друзья. Как только я начал думать, что могу стать хорошим охотником, на меня, посылают какие-то горы Клей найти пропавшего парнишку с Десталом, где я умудрился сбиться с пути. И это не просто горы, а самые настоящие огнедышащие вулканы. Облазил каждый сантиметр этих проклятых гор и в итоге нашел этого обессилевшего парнишку возле озера лавы. Парнишку. Говорят, что он потерялся и блуждает тут уже пару дней, да? Уж один он точно отсюда бы не вышел. Ну и, в общем-то, мы читали следующие эти самые записульки. Другие. Одну, кстати. Да, кстати, некоторые блюда он видит, уже второе, кстати, такое блюдо. Сейчас попробуем. Мне нужно 5 ОС. Да давай уже. Твою мать. Ну, давай еще раз. Да. Черт, сейчас вот рано. Просто здесь немножечко анимация замедленная, нужно вот как-то вот. Немножко заранее, но не сильно. Вот так вот, примерно. А, мне не дадут, да, ОС. А я тут вообще делала это, нет? Может быть, только с первого раза, если попадешь, дадут. Ну, ладно. Что у вас тут? Передатчик можно взять на прокат. Обратитесь к представителю штаб-квартиры. Так, вот. Не работает. Почему? А к кому обратиться? А зачем мне это? Зачем мне передатчик? Представитель штаб-квартиры. Кто из вас представитель штаб-квартиры? А? А? Подожди, что это было? Прибор слежения за монстрами. Так, во-первых. Ой. Так, слушай, ты штаб-квартира? Кто из вас? Палаш, меч, война, господи. Мусор. Представитель штаб-квартиры. Вообще, как бы это, наверное, Мельдачо вот туда ехать. Такарано Чизука. Хо, умусилосодана. Чё-то новенькое. Э? Сагасу дешо. Чё? Чё-то вот так вот шла и нашла, прикинь. Загадочные обрывки. Друзья нашли обрывок бумаги, который, похоже, является частью карты. Найдите место, на которое он указывает. Вот так вот ни хрена себе, да? На 80-м часу игры? На машинке туда доехать или нет? Где моя-то? Я потеряла свою машину, прикинь. Так, что у тебя продается? Верните мне громкую музыку, слушайте. Что за хрень? Тишина ж вообще страшная. Но это опять туда, господи. А хотя подожди, что значит опять? Может, туда еще не ходили? Может, туда пошли бегемота убивать? Так что все нормально. Иди сюда. Хорошо. Так, музло где-то есть. Так. Ага. Вперед! Так, стоп, подожди, я туда еду. Кстати, а вот эта база, она же не эта самая. Кстати. Надо будет на обратном пути это сделать. Посмотреть, хотя, может, до нее что-нибудь доедет. Долетит, точнее. Мы сможем ее расквасить. Как раз ночь на дворе. Так, где мой замечательный бегемот? Он вообще будет активен, если у нас другое задание активно. Вообще теоретически должен. Я надеюсь, он не нападет вместе с Кёрлом. Это будет не очень приятно. Ой, я его слышу уже. Ты же мой красавчик. Ну, если честно, я бы хотела, чтобы он был пожирнее и как-то... посильнее. Хотя нет, 47 уровень, нормально. Ну, здравствуй. Да ладно, я же нажала с самого начала. Уже чувствовала жопу. Понятно, логично.
Тоже? Тоже. Твоя мать. Сатэ, дозэ. Ну, что там по сканированию? Эм. Ну, вот это уже интереснее, да? Двуручечкой-то. О, прям по хвосту. По хребту еще. Да куча, что было. Эм. Да ладно, я же нажала. Вот это уже, кстати, интереснее, чем предыдущий раз. Предыдущие два раза. Рога-то пообламываю, блин. Может быть. При хорошем стечении обстоятельств. Это есть ты, господи. Где я? Где я? Я под жопой, как всегда. Под чужой. Не бывает другого места, где бы находился Нокт в такой ситуации. Ох, хорошо. О, рог обломали, да? Нет, показалось. Да давай бей ты, господи. Успела? Ну-ка, сработает. Сработало! Ой, могу вызвать. Кого, интересно? На этот раз. Вот рычание. Ребят, забудьте о лагере и вообще все, что его касается, еще на следующие где-то 100 тысяч опыта, как минимум. Вообще напрочь забудьте и не вспоминайте. Не видать вам лагеря, будете страдать. Так, огромный мохнатый рог. Зашибись, где моя карта? Так, вот оно. Где-то тут что-то должно быть. Так, это моя курочка. Вообще, теоретически, если что-то нужно найти на области, да, на какой-то, то обычно лежит там, где, в принципе, есть какие-то предметы, которые привлекают внимание. Вот, например, да, вот здесь. Ультраэликсир. Это я, типа, нашла, да? Да, кстати. Карта Сильвестра. Что-то как-то, да, задание как-то не особо. Кошмар рыбака, вот эти три штуки. Ученик профессора показывает сюда, но на самом деле его там нет. Клинки. Чё, и все, что ли? Ну ладно. Давайте-ка все-таки сюда залетим. Подожди. Как чувствовала. Да блин, я хотела на ту сторону перелететь. Ну что такое? Сейчас хочу зайти все-таки сюда посмотреть. Ой, как бы тебе так обойти-то, господи. Все-таки, может быть, было что-то в этом типа данжи. Так, давай. Так, вперед. Тут же тупики везде, да? А, нет, смотри-ка. О. Тут-то тупик, а вот тут что-то как-то нет. Тут, по-моему, в прошлый раз заставка началась, да, и я что-то ушла. Слушай. О, может, мы монстра большого найдем, господи, хоть бы было. Мне его явно не хватило. А, дверь! Ну, в принципе, да, логично. Дверь заперта. Вот я о том же, да. Вот где эти... Блин, вот что за жопа такая, а? Ладно, по крайней мере, мы знаем, что здесь есть дверь. Не зря сходили. Можно было, конечно, проверить точку там, где этот самый.
оружие. Блин, слушай. А вдруг я реально не была и не собирала это оружие? Хотя нет, отмечено же, значит, собирала. Сейчас, короче, посчитаем тупо эти самые. И количество оружия. Вот просто тупо. Вот смотри. Вот мы и вышли, все, зашибись. Вот тут вот, грубо говоря, один. Но видите, здесь почему-то не отмечено. Странно. Здесь два. Так, тут у нас, по-моему, ничего не было, да? Потом тут три. Кстати, тут тоже почему-то не отмечено. Три. Тут четыре. Ну, вот она, четвертая, которая переместилась туда. Потом... Где у нас тут еще это было, господи? Пять. Шесть. Семь. 8, 9. Ну нет, тогда получается нормально. Подожди, я тебя посчитала? Что-то я сбилась нахрен. Короче, подожди. Смотри. Раз, два, три, четыре. Тут ничего вроде не было. Пять. Вот это хренотня. Шесть. Семь. 8-9, ну да. Это не туда. Снаряжение. Ноктис. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три штуки осталось. В принципе, есть как бы подозрение, что, наверное, эти орудия убийства будут где-нибудь в следующих локациях, то есть в сюжетных непосредственно. Ну, скорее всего, так и есть. Но все равно такое ощущение, что я что-то где-то не досмотрела. Меня это немножко расстраивает. Ну ладно. В принципе, черт с ним. Ладненько, давайте тут тогда и закончим. В принципе, за кадрами я, наверное, поохочусь, а там видно будет. Либо пойдем по сюжету, либо я что-нибудь найду, например, биологичку, и посмотрим, что мы можем с ней сделать. Ух ты, ё-моё, я только сейчас заметила вот это. Жутковато, если честно. Ужас какие. В общем, да, посмотрим, что мы можем делать, потому что, на самом деле, по заданиям все как-то очень грустно. Только охотки реально остались, и делать тут особо нечего уже. Если только оружие собрать, но опять же, тут я везде была. Можно, конечно, метнуться вот сюда, потому что здесь с рыбалкой задание. С другой стороны, мне кажется, я его и потом смогу сделать, потому что будет доступно возвращение на локацию. Так что, я думаю, разберемся. Ну, это, конечно, да. В общем, ладно, черт с ним. Ребятки. Надеюсь, что серия вам понравилась. Бегемоты завалили, Котоплепаса завалили. Замечательно, у нас все вышло. Может быть, не знаю, за кадром попробую взять Адамантайза, просто посмотреть, могу я его зашатать, то есть там идет процесс или нет. Если не идет, ну как бы хрен, с ним отложим на попозже. Если пойдет, ну может быть, вместе его и завалим, потому что, ну блин, ну такое не завалить, это прям нельзя так делать. В общем, вот. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх, оставлять свои комментарии, подписывайтесь обязательно, заходите в группу и до встречи в следующей серии. С вами была Сэвен, всем удачи!